Пришла еще одна, даже не посылочка, очень-очень мелкий пакет. Шел долго. Ну, отправлялся из Эстонии. Что еще ждать от быстрых прибалтийских парней? Потрошим. Так. В коробочке коробочка. Ну, вот у нас спиннер. Такая вот маленькая бесполезная штука, чтобы крутить в пальцах. Ссылка под видео. Лайки с комментариями оставлять там же.